Так, здравствуйте. Сегодня вы увидите мое собственное мнение по поводу планшета Irbis TQ94 или Ramos W41. Ну что ж, вот он вот такой. Секундочку. Так, ну что ж. Что мне понравилось? Дизайн очень понравился. Экран очень отзывчивый. Так, что мне не понравилось? Мне не понравилось то, что... Сейчас. Мне не понравилось, что вот эти боковые кнопочки, возможно, это только на Ирбисе, но они немножко вдавлены, и надо нажимать ногтем. Ну, не знаю. Так, что еще? В принципе, не такой уж и тяжелый навес. Так. Динамик, кстати, может быть и не громкий, но очень хорошего звучания. Камера неплохая, в принципе, в Инстаграме пользоваться можно. Так, что еще? Так, скорость считывания с флеш-карты высокая. Мне понравилось. Wi-Fi включается все нормально, быстро. Только вот непонятка с рутом как бы возникла. Он вроде как бы есть, его супер... Где он? Дед, эта штучка. Как он называется? Супер юзер или как она? Где она? Вот, вот эта вот фигня. Вот. Супер юзер. Он как бы определяет рут вот во всех приложениях почти, что... Где нужен рут, там просит разрешение, все, как бы рут и есть. Но, допустим, тот же самый Root Explorer, он просто не видит его. То есть, как бы рут есть, сейчас я вам покажу. Вот Root Explorer. Вот, он пишет, типа, вот, запрос пользователя. Разрешаем. Вот. А он тут. Ничего не открывает. Просто ничего. Вот, он просто не нажимается, даже неактивное окошечко. Вот так вот. Так, что еще хотелось бы еще что? Вот. Ой, скриншотик зачем-то сделал. Так. Так, что еще хотелось бы сказать? Так, ну насчет игр в приложении вы, наверное, знаете. А, так, хочу обрадовать владельцев Ирбиса, ну или Рамоса. В описаниях я выложу ссылочку на темку специальную, я нашел в интернете. Так, вот это форма основной, да, вот он, Рамос, обсуждение. Вот. Так, сейчас я вам покажу. Ой, рекламка. Она у меня есть в закладочках. Так вот. Это специальная темка игры для Рокчипа или по-другому сейчас для Vivanta GT. Ой, GC 800. Вот, ссылочку на данную темку я скину в описании. Так, вот здесь вот можно найти различные игры, то есть, например, шутеры, которые у вас пойдут, то есть тут есть способы запуска, допустим, той же самой GTA-шки 3, чтобы она не зависала и не было всяких проколов с текстами. То есть вот, все написано, в принципе. Вот. Дальше. Я так что-то и не разобрался, какой здесь видеоускоритель стоит. То ли Vivanta, то ли Mali. Ну, скорее всего, Vivanta. Да. Что еще? Все, в целом, планшет свои деньги отрабатывает. На все 100% за свою цену. Это просто находка. Есть только одна маленькая проблемка еще. Точнее, две маленьких проблемки, что вот сюда хотелось бы кнопочки громкости, как бы вот сюда вот как бы есть не очень, вот сюда здесь бы на экране был побольше. Еще вот проблема с чехлом, он
не широкий, но он длинный. Вот, поэтому проблем. Но можно будет заказать на AliExpress. Все. Все. Планшетик супер. Покупайте. А еще подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до скорой встречи. Надеюсь, увидимся снова. И еще не раз.